Приветствую вас, друзья, на канале Тымако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами будем продолжать проходить игру под названием Ori and the Blind Forest Definitive Edition. Эту часть карты мы практически изучили уже. Я так понимаю, что нам осталось здесь совсем немного. Я пришел в это место, да, думал пробраться как раз к кустарнику, к этому, откуда мы, в принципе, пришли в самом начале. Но, как оказалось, там дверь, и пройти мы через нее не сможем, пока не накопим 4 энергии духа. А это у нас лишь 2 единицы. Это, наверное, еще потребуется нам уйму времени. Но я увидел здесь вот этот вот пароходик, потому что, может быть, здесь что-то интересное. Давайте изучим. Ори, я узнаю эту статую. Мне она уже попадалась. Давайте мы тоже ее немножко узнаем. Может, она и нам попадалась. Они нашли дом. Кудятька рогатый. Это не наш ли кореш? Маленький только. Махеленький. Это папаня такой. С рогами. Ну, типа альфа-самец все дела. Дитя, что любил наш свет. Смотри, статуя-то тоже рогатая. Я помню их. Много лет назад, когда древо духа было еще ростком. Нару, юная, присматривала за нами, когда могла. Нару, это кто, интересно? Не тот ли, тот, что девочка была или нет? Может, это вообще разные совсем создания? Ну, очень похоже. Норы меж черных корней, офигеть, да тут страшно что-то. Тут уже страшно, тут ничего не видно. Кстати, ребят, спасибо вам большое за то, что отписались по поводу качества видео. Что вас устраивает вполне, я этому очень рад, потому что прекращать игру проходить не хотелось бы, да, совместно все равно интереснее проходить намного, чем одному. Так-то я бы ее все равно прошел, конечно, для себя, но как-то одному не так весело. С вами будет прикольней. Там я не достану. Что-то туда еще страшнее идти, я сюда вообще идти не хочу. Давайте посмотрим на карту, может, нам сюда и надо, в принципе. Но вот это, походу, куда-то нам вообще совсем вниз, а нам надо в эту область попасть. Так что, наверное, нам придется все-таки как-то через верх идти, может быть, я не знаю. Вот я хотел пойти вообще вот в эту сторону, раз мы здесь не можем пройти. Так как там... Оп. Так как там мы еще не все посмотрели. А потом уже вернемся сюда, обратно. Так, ну, в принципе... А, у нас одно очко, давайте распределим. Я думал как раз вот за костер, за этот, зажечь вновь. Хотел взять. Оп. А чё я побегу-то? Полетим. Сохранились? Зря сохранился-то. Что сохраняешься? Давайте посмотрим, где там у нас место. О, вот это нормально. Летим туда. Кстати, со звуком у меня теперь все нормально, как я понимаю. Ну, я, по крайней мере, это чувствую. Отличный звук стал. Это все благодаря тому, что человек, один прекрасный человек, посоветовал мне совсем другое видео. Точнее, не видео, как программу для съемки видео. Спасибо ему огромное на стриме Виктора. Он посоветовал Бандикам. У меня была эта программа, она даже у меня была установлена, но я не решался ей воспользоваться, потому что до этого я пользовался приблизительно где-то 5-6 другими программами, и все они показывали отвратительную картинку, просто ужасную. Но не в том плане даже качества, а в том плане, что компьютер меня просто не выдерживал нагрузки, только Фрап смог нормально снимать. А тут получается так, что ту, которую я оставил по самому последнюю, она мне единственная осталась, которую я не пробовал, оказалась именно той, которая будет так отлично все снимать. Так что спасибо ему огромное, если ты смотришь, огромное тебе спасибо. Теперь есть хороший звук и отличная картинка. Ой, не то нажал, давайте посмотрим. Вот туда вот не ходили, да? Давайте прыгнем в эту сторону. Давайте тут сохранимся. Вдруг там какой-нибудь там наверх надо. Прыг. Смотри, рычаг какой-то. А, сейчас я опущу. Дергай.
Сейчас же я отпущу вот эту штуку. Да-да-да. А смотрите, там белая какая-то вообще сфера, которую я еще ни разу не брал. Вполне возможно, она даст еще что-нибудь. Какие-то ништяки. Может быть, навык какой-то новый, который мы еще не знаем, не изучали. Вот и скорее же уже залезем туда. Так, вот туда я не допрыгну. Будем залазить с этой стороны. Я так и знал, что она двигается. Я же видел ее в прогрессии, я думал, мне померещилось. Да залезь тоже! Оказывается... А! Собака! Ишь ты, какие маленькие! А с этой сволочи так еще, наверное, вот так вот. В клочья. С этой сволочи там еще больше мелких! Да залезь ты, дорогой мой, прыгушка. Так, все. Сохраняемся тут. Тут по тысячу раз прыгать я что-то не особо сильно хочу. Беги! Офигеть, сколько их тут. Их просто тьма. Они чуть меня не развоплотили. Но я оказался прочнее, чем они думали. Вон, кстати, еще одна белая штука, которую я тоже бы хотел взять. Так, я хоть надо прокачаться, да? Давайте прокачаемся. Что мы можем взять? Я думаю, еще что-нибудь может быть на атаку. Поток усиленного пламени увеличивает радиус действия усиленного пламени и повышает наносимый урон. Угу. А тут что у нас? Эффективность жизни. Ресурсы жизни восстанавливают в два раза больше ячеек жизни. Опять же, нам пока вроде как не сильно-то и надо, да? Я так бегаю и смотрю, у нас нам хватает. Перегруппироваться. Так, создание источника духовной связи восстанавливает одну ячейку жизни. Ну, это, кстати, тоже неплохо. Ладно, давайте возьмем вот это, я на атаку будем. Будем агрессивными маленькими созданиями. Так, ну я так понимаю, что до туда мы точно не долезем. Нам нужен какой-нибудь... полет, что ли? Опять она здесь! Да ты иди нафиг! Мы ж тебя только убили. Получи. Смотри, как множится, да? Собака. Получила? Вот так вот. Опыт пропустили. Ну ладно. Так, эти штуки не взрываются, да? Ой. А я что, не то нажал? Что-то я уже забыл даже, как кнопочка-то какая. Вроде... Во-во-во. X, оказывается. Надо было нажимать. Фу, какая пакость. Посмотрите, это что такое? Это паутина, что ли? Фу. Ё-моё, тут еще пауки будут. Не-не-не, давайте не будем, давайте без пауков. Я их, конечно, люблю, но когда они подальше от меня находятся... Заколбасили. Так, тут надо два камушка. Там еще одно место, где которое можно взорвать. Здесь, походу, босс будет. Мне такое чувство, что это попахивает каким-то боссом. Вообще капец. Что-то мне начинает так казаться, что нам сюда рано. Так, ну если нам сюда рано, тогда нам куда идти-то? К птицам, к этим дурным. Капец, конечно. Так, ну я так понимаю, что нам надо как-то эту... Ну, я так думаю, по крайней мере. Смотрю, что везде все трухлявое. Вполне возможно, что нам понадобится какой-то способ
вот это опрокинуть, вот этот вот, вот этот вот кишащий сгусток паучих не пойми чего, чтобы скинуть их вниз прям четко на шипы. Фу, я по этой пакости могу прыгать. Да ну. Фу, какая-то противно. Ну так, мягенькая была. Прикольная. Так. Я вижу там камень. Черт подери. Это, походу, будет непросто, да, запрыгнуть? Это маленький. Надо маленький камень. Блин, безумно красивая игра, конечно. А мне энергии не хватает. Я тут пытаюсь еще что-то нажмакать. Тут вот куда надо нажмакать. Посмотрите, там тоже что-то есть. Вон там среди сквозь шипов что-то лежит. Только я не могу понять, что. То есть это что-то полезное? Или нет? Вот так вот. Получили? Я тебя постреляю там, ага. Так, давайте посмотрим, что там внизу. Что-то там не предвещает ничего интересного. Теперь, возможно, мы по этим штукам можем, наверное, лазить, да? Это не была цель убить эту тварь. Или что-то похожее на тварь. Вот так вот. Отлично. Отлично, мы взяли еще одну жизнь. Посмотрите, сколько у нас теперь хп-то. Ну, такой прочный бурундук. Еще подзаберем. Еще помимо того, что мы прочные, мы очень жадные. Нам все надо. Так, забрались. Блин, мне бы, конечно, энергии не помешало, потому что охота сохранится. Так, а сюда... Ага, цветочек этот оживает. Отлично. Вон, видите, там наверху что-то лежит. Нет меня. Так, смотрите, тут я не могу создать духовную связь. Давайте здесь сделаю. Вот, наверху там... Какая-то штука, как до нее добраться? Ну туда ладно, туда залезть я все равно в любом случае пока не могу. Давайте вниз спрыгнем. Посмотрим, что у нас внизу. Сюда упала эта сволочь. Мягкая. Фу, какая пакость. Видели, пробежала только что на заднем плане. Пу! Дострелялась. Получила. Я ж тебя не трогал, кстати, просто стоял. Ты ко мне лезешь. Опа, еще одна ячейка энергии. Отлично. Мы, наверное, сейчас, кстати, здесь до 4 штук соберем. Мне такое чувство, что это специально здесь сделано. Все сделано. Специально. Отлично. Что у нас тут? Ничто еще, ничего еще больше не появилось. Ой, фу-фу-фу. Кончай, кончай. Опа. Смотри, а ему, по-моему, нравится этому пауку, да, он так... Меня просто в клочья порвало. Получается, вот это вот... Одна... Вот этот шарик выбивает с меня два сразу хп. Так, давайте посмотрим на карту. Так, можно вниз, можно наверх. Наверху мы все уже там зачистили, кроме одной области, да, там, где шарик еще такой лежит, до которого фиг доберешься. Так, а дальше-то куда? А, все понял. А игра-то, чувствую, будет попу боль. Это тут... Да твою мать! Тут с этими прыгательными дурацкими упражнениями. Чувствую, что я здесь очень сильно намучаюсь.
Капец. Все, паука убиваю. Да хп бы дал, собака. Тут на один выстрел получается. А, смотрите, вот мне дал хпшечку-то. Кругляшки. Хоп-хоп-хоп-хоп. Стреляй. Сраза! Я тебя ненавижу! Это будет долгое прохождение. Я думал, мы, знаете, такие типа сейчас в лесок там, перелесок, и все будет нормально. По-быстрому пройдем, дойдем до китайского. До японского этого дерева. Смотри, там какие-то рыбы плавают. И все, и прошли игру там. До японского дошли дерева, зашли еще в пару мест. Там что-то открыли. Ну и все, как бы, этого, куру эту убили. Или дали ей просто по голове пару раз. И нормально. Оказалось-то нет. Столько будет испытаний этих. Эй, ну блин, ну что ты? Маленький, пушистый, ты что, не можешь что ли нормально запрыгнуть? Ну в воду ты упал, и что теперь? Плавать не умеешь, хорошо, ну. Дотронуться до деревяшки-то можешь? Давай, порошок, давай, 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 мы сейчас сможем. Я в тебя верю. Вот были полет, мне кажется, со временем будет. Вот тогда, конечно, вот попроще. Фу, слава богу. Так, тебе надо еще запрыгнуть. Запрыгнуть так хорошо. О, все, слава богу. Фу-фу-фу. Прошли. Фу-фу-фу. Да тут не страшно, че ты стреляет на меня. На! Постреляй. Тут не так страшно. Опа. Так, это я могу взорвать? Ага. Нет. Не могу. И пострелять не могу, да? Ну это, наверное, может быть, какая-то супер нужна усиленная атака. Атака, 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 буррито, буррито. Прыгай! Друг любезный, мы сможем туда как-нибудь залезть вообще? Так, давайте посмотрим на карту. Как туда нам пробраться? Это откуда-то слева проход. Точно не допрыгнем. Получили. Никогда вам мне не нравились. Рык. Ага, там смотрите, там кусок карты. О, это что такое? Ё-моё, это что? А, вот смотрите, и еще одна карта. Можем перемещаться со временем. Это очень круто. Только у меня, смотрите, видели, как у меня АУЕ мощнейшее было? Продамажил тут все, что можно. Что-то я слона-то я не приметил, да, как говорят? Совсем не приметил это создание. Но идем там вроде правильно, да? Как вы думаете? По-моему, идем правильно. Опыт. Это заберем. Все надо. Зачем я это сделал? Я хотел сохраниться. А нажал на удар. Какой-то магма. Ой, я думал, это он своего какого-то дружбана создал. Это получается нам, наверное, вот как раз к
магма этому идти. К магма горе. Мы вас не ждали. Мочи! Красавчик. Понятно. Нам направо. Столько мест интересных. Получается, игра-то нелинейная. Если ты хочешь, да, можешь пойти туда. Но, наверное, не дадут, конечно, нам туда пройти. Там какой-нибудь ограничитель. Как туда запрыгнуть? Все нормально, запрыгнули. Фух, слава богу. Заберем. Отлично. Один фрагмент каменной карты. Отлично. Прилично. Ага, здесь пройти не можем, да? Может, жахнем? Давайте попробуем жахнуть. А вдруг можно? Нет. Черт подери, а? Обман. Один обман вокруг. И до зелененькой не добраться. Да? Черт подери, а так хотелось. Где же моя способность телепортироваться? Она бы мне очень пригодилась. Так, ну что, карту мы сейчас откроем. И сможем потом спокойно с одного участка на другой переходить. Надо подумать, как туда еще наверх забраться. Ну, наверное, тот камень, может быть, от этого, да? Так, что там нажать-то? О, все. Вау. А здесь что? Там тоже какой-то проход. Так это что я там, получается, мог я вот, я мог сюда вот пройти? Я просто пробежал мимо, типа забил. Все понятно. Что ничего не понятно. Ща, поняли. Мы должны Нет, не получается туда запрыгнуть. А это что, рычаг? Это рычаг? Не, показалось. Все, мне пошли галлюцинации. Надо что-нибудь поесть, он столько времени голодным ходит. И неудивительно, что галлюцинации начинают... Чё, подожди. Нет. Так, давай. Нет, мы туда залезем. А чё туда залезу-то? У меня все равно энергии нет. А, ну правильно, я что-то я просто совсем про это забыл, да? Это там же эти магма ходят. Магмы. А нам надо направо. Ну, значит, надо пойдем. Раз надо, значит, пойдем. Да что ж ты, бедный маленький дружок. Я только не очень понимаю, что она дает, эта штука. Ну, взрываю я ее, что дальше? Может, ее не надо взрывать? Может, с ней надо что-то делать другое? Ну, да ладно. Мы решили взрывать. О, ты что встал-то? Сиди там себе спокойно. Типа никто не трогает, ты тоже никого не трогай. Усиленно нажимаем на кнопочки. Мы апнулись. Отлично. Прилично. Это новый наш уровень. Какие-нибудь еще вкусняшек сейчас наберем. Во-во, тут оказывается шипы. Так, а куда нам надо крутить это все? Там и перелезть могу? Ага, сейчас. Давайте попробуем сюда. Фу, точно умру. У меня что-то совсем плохо. Все, я умер. Совсем плохо что-то просело у меня FPS-ик. Очень сильно.
Вы, наверное, это тоже ощутили. Все-таки будут, видать, где-то проблемы с ВПС. Хотя не попрыгать, ничего. Что за бесполезная фигня? И не взорвать ее. Вообще не понимаю, зачем она нужна. Я думал, она восстанавливает раньше. Я думал, что она будет восстанавливать нам энергию. До фула. А оказывается, фиг. Ничего она не восстанавливает. Опять стал почесать. Почесал и пошел. Молодец. Соберем. Так, а, наверное, на опыт отдавал это, да? Смотрите, нам, получается, мы здесь взяли, и у нас сразу был level up. Это я точно помню, да? О, так у нас и карта не взята. Да мы так поздно сохранились. Черт подери, а. Придется теперь опыт собирать. Так, за картой сходим. Понятно. Повтор действий. Тороплюсь, уже побежал прям по телам просто бегать. Так, жирненький был вот этот парень на проход, в проходе. Эй, ты там наверху глазящий, не можешь там мне скинуть эту белую штуку? Мне она очень нравится. А? Товарищ, сбросьте, пожалуйста. Я буду не против. Оп, оп. Собираем все. Нам все надо. Прыг, прыг, прыг. Ну да, опыт дает. Дает опыта. Может быть, чисто как за убийство опыта, да, а не внутри, а не хранит она себе в себя. В себе, в себя. Ты здесь. Сколько тебя можно же убивать? Ты что, горец, что ли? Опа-топа-топа-топа-топа-топа, давай, бахни. Вот это я понимаю. А вот теперь можно и сохраниться. Давайте изучим заодно что-нибудь. Будем сразу качаться. Так, позволяет поражать двух духовным пламенем две цели одновременно. Это хорошо. А будет ли интересно в одну цель лететь сразу два патрона одновременно? Так, ресурсы жизни восстанавливают в два раза больше ячеек жизни. Ну, наверное, возьмем вот это. Хотя... Нет, будем я же сказал, будем агрессивной, да, маленькой? Маленьким агрессивным созданием. Оп. Я думал камень сюда выкатить, но я вот не знаю, получится ли вот эти шипы, не дадут ли мне, не сделать точнее преграды. Смогу ли я это сделать, нет? Вопрос вот в чем. Черт подери, больно же, больно! Собака! Я застрял! Все, я умер. Черт подери, а? Надо же было так застрять. Как сильно проседает. Походу нельзя. Или точнее всего можно, но нам надо выкатить по-другому. Нам надо туда протолкать вперед, а потом назад.
Тогда будет все нормально. Так. Сохраняшечка. Помоемся. Слегка. Ай, хорошо так освежает. Фонтанчики. У вас тут очень здорово. Получается, это все ради того, чтобы я вот камень этот, да, перекрутил в обратку. А, нет, что ты стоишь-то? Думал, не заденет. Давай, 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 чуть-чуть. Я прям даже предзатаил дыхание. На выдохе все это сделать. Еще, давай, 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 давай. Залезли. Фу, ребята. Пока Ори нес свет и надежду всему лесу. Пока там бутеры жрали, я тут нес свет. Сидите там у себя. Рассказывайте тут мне. Другие сдались, приняли тьму и страх. Ты куда покатился-то? С моим добром. Гумон из руин Фрлорна. Надо догнать его и отобрать то, что он украл. И руки отрубить, как на Востоке делают, за то, что труп ворует тут, понимаешь? Собака такая. Так, давайте послушаем. Без водяной жилы древо Гинзо останется закрытым. Понятно, это получается, вот эта собака нам все самое основное и вкусное сперла, а мы потом, возможно, сможем под водой плавать. Это какое-то водное древо. Могу предположить только. Смотрите, как классно, да, мы засеваем вот этих вот типов по помощи того, как мы взяли этот супер талант на двойную атаку. Нормально прям их. Эй, ты, сапоскуда, да иди сюда. Побежал он. Прыг, 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 прыг. Ага. А чё, нельзя сломать? Ай, чёрт. Ага, и тут какая-то перегородка, вы посмотрите. Ее мы тоже, походу, пока сломать не можем. А хпшечки нам не нужны. У нас так полное хп. Здесь какие-то ядовитые болота, что ли. Офигеть, вы видели это? Что это было? Вот так. И эта пакость везде здесь, да? Я так понимаю. Так, ну-ка иди сюда. Может, ты должна взорваться как раз на этой штуке. Ну, вроде что-то как-то покрошило, нет ее? Или мне показалось? А, вот это сволочь. Давай. Во, вот. Вот так. Смотрите, с них нормально падает-то очков-то. Мы тут мах отыграемся, опыта наберем. Нет-нет, я передумал. Нам вон сюда вот, за этой штучкой. Страшно-то как. Так, давайте, короче, лучше сохранимся. А то сейчас упадем вниз. Придется все заново проходить, неохота. Я только хотел сказать, вот-вот, вот так и должно было бы произойти. Так, давайте посмотрим на карту. Давно не смотрели. Глянем, что нам тут уже еще нужно будет открыть. Так, ну он убежал куда-то в эту сторону, наверняка.
Ноги у него длинные, хорошо бегает, я уверен. А вот и он. Устроил тут капоэра. Воу-воу. Да нос. Идите вы знаете куда? Так, а здесь что? Опа. Может, это какое-то секретное место? Ага. Больно. А если я упаду? Я слишком мало вешу. Я не могу так сильно навредить. А если я два раза жахну? Да. Только потратил. Может, конечно, надо там было и побольше там бомбить. Вот так. Вот так все и произошло. Один выстрел, я умер. У меня там, правда, жизни было совсем. Совсем чуть-чуть. Так смотрите, оно меня шлепнуло. 3 хп или сколько у меня там? 2 хпшечки слетело. Плюваться нехорошо. Совсем бескультурщина. В лесу. Чем дальше в лес, тем какие-то некультурные создания попадаются. Плюются, ругаются. Воруют, понимаешь, тут чужие. Сердца духов. Что за народ? Все будем разворовать. Я вот не пойму, эти палки надо ломать или... Черт потери. Так, ну ладно. Я чувствую, это затянется надолго. Давайте, ребята, остановимся здесь, да, посмотрим продолжение следующей серии. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и рекомендуйте своим друзьям, знакомым, близким, всем это видео. И приглашайте их на канал, естественно. С вами был Стас. Давайте всем счастливо, всем удачи. Пока.